Привет всем, дорогие друзья, сегодня мы будем играть в Майнкрафт на хардкоре. Ну как на хардкоре? Ну конечно же не на хардкоре, а на самом максимальном уровне сложности. На сложном. Так. Ну, зажги место. Ну, смотрите, я вам покажу вот сид, как говорится, генератора. Вот он. Какой же набрать? Ну такой типа. Топчик сид. Вот так вот. Ну и давайте начнем играть. О нет, я забыл бонусный сундучок и карту. Ну ладно, блин, плевать. Я же на хардкоре все-таки, как говорится. Так. Круто, но это будет не хардкор, простой-то. А хардкор... На пол сердечка. Вот. Смотрите, что я делаю. В настройках я делаю для достижений, чтобы было все круто. Естественно, регенерация выключить. Это будет простой хардкор на половинку. На три сердечка. Ну это потому что чтобы было все честно, как бы. Я сам, наверное, нарублю сейчас этого всего, чтобы грохнуться. Уже с высоты. Это будет хороший такой вот хардкорчик, как говорится. На самом экстремальном уровне сложности. Круто. Еще разочек. Вот только с такого же расстояния. Раз, два. Все, ну, смотрите, вы видите все. Три сердечка. Круто. Начинаем. Раз курица у нас. Давайте начнем тогда с самого нужного. Это рубка дерева. Ну, смотрите, самое главное это тут не умереть. Значит, нужно создать щит. А щит из чего создается? И железо, и досок. Так что придется идти в шахту. Но мне хоть бы один слиток. Я понимаю, что от вообще доспехов польза будет вообще нифига. Понимаете? Нифига пользы. О, свинка. Да блин, иди сюда, свинья. На. Так, давай. Да, я бой. Так. И нет, самое главное, не тратить свои жизни, как дурачок. Ладно, начнем. Слушайте, я не буду сейчас рубить дерево, я лучше сразу же возьму... досточки, как говорится. Возьмем еще топорик, меч и кирку. Все как прям реальный, как говорится, слот. Все как в настоящем Майнкрафте, выживании и так далее. Будем рубить дерево. Мне кажется, я уже нормально дерево нарубил, так что, если что, я сразу же создаю досточки. 30 досок. Нормально. Все. Круто. Самая для меня большая опасность это, как вы знаете. Думаю, вы знаете кто-то. Даю вам 3 секунды. Если вы ответите правильно, сразу же пишите в комментариях. Только, пожалуйста, честно. 3, 2, 1. Это скелет. Он дает мне очень большую опасность. Он стреляет издалека. И это очень... Не-не-не. Нет. Я просрал просто сердечко. Обидно. Киньте, как обидно. Вот вообще. Вот, блин, вот тупо вот так вот ступил и все. Ну так, блин, умрешь сразу же. Ладно, я так-то нарублю еще камней. Мне вообще тратить, блин, время нельзя. Вы понимаете. Мне нужно сразу же быстро уничтожать и сохраниться на кровати. Не, ну если я, например, как бы умру, и сохранюсь, я сразу же буду, как бы, я удаляю мне все. Ну, как бы. То есть, у меня вообще, я себе даю 2 возрождения. То есть, я могу один раз умереть, и все, и больше нет. Мне разрешено, я могу воскреситься только один раз, как бы. Вот такой вот хардкорчик. Все, что 3 сердечка, это, считайте, 6 хп, как говорится. Это 6 хп, а уже 4 хп.
Короче, это вообще ужас. Возьмем хоть это есть. Сырая. Как его? Баранина. Даже овцы. Какие-то бараны вон. О, там пещерка. Я надеюсь, я найду то, что я хочу. Что и ламы, я понимаю, но это тоже большая опасность. Если ударю, она может меня плюнуть. А я делаю так. Не-не-не-не-не. О, теперь будет драка. Смешно. Ладно, пусть эти чудики там дерутся, а я пойду нарублю себе чудо. Тут никого нет хоть? Нет, походу тут никого нет, но тут должен кто-то быть. Не, ну смотрите, я, блин, вообще-то ужас. О, вот, надо вскарабкаться. Блин, я думал, тут хоть железо, блин, будет, а тут нету ничего. Я должен быстро пройти этот Майнкрафт, найти хоть деревню какую-то себе хорошую, чтобы там можно было отдохнуть. Ой, стоп! Я же, блин, я в том биоме, который я больше всего люблю. Тут можно создавать снежных големов. Можно получить снежки. Это же так хорошо. Да, это хорошо. Опа. Надо быстренько. Сделаем вот такую вот кирку и лопату. Эту кирку я вот так вот. Это все я срубаю. И делаю вот так. Аллилуйя. Теперь у меня столько будет снежков, и я смогу этими снежками, блин, уничтожать мобов. Это хорошо. Ну, отталкивать их, это как раз от скелетов может спасти тебе хоть чуть-чуть. Вот так ходите, снежки вот так добывать. Не, я же не могу, конечно, только с снежками драться, биться. Конечно же, нет. Там у нас болото, а там, значит, в болоте всегда есть ведьмы, если меня вообще кинут зелье, отравление, все, мне каранты. О, смотрите, круто. Все, падаем. Представляете, что бы было, если бы туда наступило, что-то срубило. Все, это, блин, капец, проигрыш. Даже играть вообще больше этого, после этого не хочет. Это кто? А, это овцы, блин. А, 1.17 еще не вышел. Он бараны там же должен топать. Не может быть, что у меня весь. Нет, у меня не весь. Слушайте, смотрите, я говорю, это трэш. Вот если еще раз что-то будет, смотрите, что-то вот такое. Представляете, один урон по мне. По 2 сердечка. То есть 4 хп. Все. Ну, до свидания, пока. Все, блин, это ужас будет тогда, это трэш. Знаете, прям трэш. Слушайте, мне кажется, я просто тупой. Я вместо того, чтобы идти добывать железо или еще что-то, я просто стою, как чудик на месте. Просто рублю снежки. Так, ладно, я буду делать другой способ. Мне так 2 сердечка. Это вообще очень мало, но я выживала с одним. Это очень редко вообще было, что я с одним выживал. Так что, опа, я могу упасть туда. Все, отходим от этого места. Блин, а что делать-то? Капец. Что робить? Что делать? Да ё-моё, как мне спуститься? Не жить ли тут? Ладно, тогда будем делать простой всемирный способ. Нет! Ну что ж, начинаем сначала. Обидно, да, скажите как? Знаете, я думаю, я, наверное, найду свои вещи. Да, конечно ж, говорят же тебе, не копай никогда под себя. Ну, смотрите. А, блин, надо же, да, все свои сердечки укоротить. Сейчас будем укорачивать себе всеми видами, способами. Сердечки, чтобы как бы, чтобы все было честно. Упали, получили сердечко. Ну, смотрите, это реально так обидно, наверное. Прикиньте. Ого, какая книга.
Вот ты такой идешь просто себе спокойно. У тебя два сердечка. И ты оп, и упал, и все. Ну блин, ну что делать теперь? Ну, ничего. Что, умер, умер. Короче говоря, это последнее для меня возрождение, которое было. Я думаю, сделать себе хоть чуть-чуть полегче. У меня будет три сердечка, как всегда. Самое главное. Сейчас их уничтожить себе сердечко до трех. И все. Ну что делать? Ничего. Я, ну, зачем я это сделал? Я ступил просто колоссально. Сейчас? Да, сейчас еще эти тупые враждебные мобы выйдут. Ну, смотрите, это так обидно, понимаете? Вот вообще. Капец. Вообще, блин. Ладно, ничего страшного. Самое главное, быстро. Вот быстрочком найти свои вещи. Я дошел, куда я дошел вообще? Я не помню уж. Не тут я был. Где же я тут рубил снежки постоянно? Я там был. Нет. Все, походу нужно начинать все сначала. Хотя. Нет! Блин. Ну, себе угробить сердечко это даже нужно. Мне хардкор. Смотрите, пока я. У меня вот сердечков, это вот раз, два. Если у меня сейчас не будет минус два сердечка, я не могу никого убивать и наносить. Ё-моё, блин, я подумал, что это Стив. Тупо. Ну, короче говоря, я не могу наносить урон. Вот быстренько себе угробить сердечко, чтобы все было по-честному. Не, ну скажу честно, это сложно. Я не хардкорчик никакой, если вы не знали. Я не люблю просто хардкор. Ну все, три сердечка. Готовьтесь к смерти. Ночь. Супер. Нет! Еды даже нет вообще. Ужас. Так меня сейчас все разобьют просто на орешек. Короче, мне кажется, нужно начинать сначала этот хардкор. Нет! Нет! Сдох! Не сдох! Ну, как вы видите, первая часть хардкора – это неудача. Ну, так что вы поняли. Так что, блин, сорян. Я лох. Этот мир мы просто удаляем нафиг, потому что он больше нам не нужен. Блин. Так что, хотите второй части? Вторую часть я скоро подготовлю. Надеюсь, что у меня все, блин, получится. Хотя, кто его знает, может, нифига не получится, а может, вообще все получится. Ладно, всем удачи, всем пока-пока.